Меня зовут Олег Геннадьевич Тарасунов. Я кандидат медицинских наук. Кандидатскую защитил по своим лекциям в Москве в 2013 году. А? Тема была вот, позитивное мотивирование. Ну, то есть тема была такая, развитие личности. То есть я доказал, что вот этот метод, который я применяю, он улучшает качество жизни людей. То есть людей проходят вредные привычки, слушая лекции, улучшается личная жизнь. 50% людей бросают пить полностью, хотя я об этом почти не говорю. Самое интересное, я не говорю, надо бросить пить, то есть такого нет. Люди бросают. Вот. Потом бросают курить, 50% тех, кто слушает и курит. У 70% улучшается личная жизнь. 80% здоровье улучшается. Правильно жить начинают. И так далее. То есть есть статистика. У меня диссертация есть на сайте. Почитайте, поизучайте. Если кому-то это интересно. Лекции проходят в таком необычном формате. Я не классический лектор. То есть я могу запеть на лекции или включить какую-то песню. Я стараюсь понимать человека, с которым общаюсь. Это отчасти природные способности, отчасти то, что я получил в результате образования в Индии. Ну, то есть, как бы вы не удивляетесь, если я вам что-то буду говорить раньше, чем вы сами себе что-то сказали. То есть, я так веду лекцию. Обычно люди благодарят, в основном все совпадает. И, конечно, ошибаться может каждый человек, любой, но так или иначе. Вот, я стараюсь то, что я точно понимаю, говорить. Вот. Лекции протекают в таком ключе, что я стараюсь объяснять так, чтобы было очень понятно. Но все равно сама терминология, она необычная, потому что я считаю, что древние учения, которые говорят, что психика человека — это не комбинация нервных импульсов, там есть психическое тело у человека, и все, что в психике происходит, это законы тоже. Это не то, что там у одного такая комбинация, у другого такая, и не поймешь, что там происходит. Вот. Есть законы. И когда ты эти законы знаешь, то ты понимаешь, как быть с женщиной, с мужчиной, как себя вести. Что такое любовь, что такое семья. Это законы нравственности называются. Эти законы изучались в древних священных писаниях. И я просто изучил это все и стараюсь вот передавать в соответствии с этим пониманием вещей. Поэтому не